Вопрос 1272, четвертый том. Почему не помогает глубоко понять религию наши современные религиозные миссии, конфессии? Даже не достучишься в заочной библейской школе. Кто такие ясновидящие и яснослышащие? Отвечает Игнатий Лапкин. Вы берете только ясновидящих, а сколько их всего? Тысячи и легионы. И все эти служители сатаны не только не ясновидящие, а полностью слепые, незрячие. И не яснослышащие, а полностью они глухие и немые эти люди, ибо в них бес залез. Марка 9:25. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». Знать о них все и не полезно, и вредно, и Бог запрещает познавать их глубины. Откровение 2:24. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения, которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Иоанн Златоуст, как и древние пророки, всю эту бесовщину, Нострадамус, Ванга и прочие, называет блевотиной, которую они изрыгнули. А ты подбираешь, садишься за стол и начинаешь пожирать эту мерзость. Книга притчи 26.11. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Исайя 19.14. Господь послал в него дух опьянения, и они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. Исайя 28.8. Ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной, нет чистого места. 2 Петра 2.22. Но с ним случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Иоанна, 9 глава, с 39 по 41 стих. И сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». В наших книгах «Открытым оком» вы найдете ответ на 1500 вопросов. От себя добавлю, сейчас уже на более 4000 вопросов. Это означает, что у вас кругозор расширится, притом только за счет Священного Писания и Святых Отцов Православной Церкви. Прочтите, если будут какие вопросы, можете задавать. Нужно согласиться с тем, что Дух Святой открыл уже людям, чтобы не надмевались своими знаниями, ибо в очах Божьих все выглядит иначе, чем у людей. Лука 16:15. Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Откровение 3:18. «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была твоя срамота наготы твоей. И глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть».